следую ритму. Следую ритму. На мой рассиловая. За вдохновением. Интересно, а может быть Крио пойдет на мид? Смотри, я билд на Крио. Героем. У нее и слоник стоит. На Крио? Ага. Конечно, что ли? Видимо. Защита и ХП на ней куча просто. Ну, есть, конечно, разум, но немного. Так что, в принципе, от нее дамага не будет. Она будет танком. По-хорошему, значит, нам надо будет Мойру вырубать. Следую ритму. Чё за фигня, блин? Почему у меня пинг такой? Какой ровный? Ноты не просто Ровый. Звук. Неправильно. Особая тональность. 150 где-то бьет. Он сразу чувствует. Да, плохой пинг. Следую ритму. Да, на миду Мойра. Уже третьего уровня сразу приехала. Спешу к цели. Волна звука. Волна звука. Меня ведет музыка. А это моя музыка. Блин, что-то у меня тоже пропинговало. Сейчас нота не кастанулась. Я нужна нашим героям. Притормаживает как-то, не знаю. Что-то не то. Бывают рывки какие-то нездоровые. Волна звука. Так, Мойра опять в лесу. 30 секунд, Витя, 30 секунд. Я понял. А это моя музыка. Тенька нашу это мучает. Золотой мастер. Ноты не просто звук. Я громче. Вот на меня крыса заходит. Уйдешь? Да. Еще курицу у него состилил. А это моя музыка. Спешу. Они идут туда. Тоже идем. Нас не сломить. Идем. Место встречи изменить нельзя. Блин, она мощь сперла. Это не есть хорошо. Это очень не есть хорошо. Дойдите, не делитесь. Мощь закончится. Ждем, конечно. Оп, на меня напали. О, подловили. Я нужна нашим героям. Особая тональность. Познай. Тенька посветила. Эта какофония ужасна. Не понравилась мелодия. Да Мойру надо убивать. Что ж Синта на крыса напал зачем-то? Показывает мне путь. Да, убили. Волна звука. А босса на этот. Меня ведет. Как там звук? А что-то там. Ах ты гадина. Жаль, что эта музыка не для тебя. Нормал. Всех застилил? Это моя музыка. Да. Спешу к цели. Ну что, меня первого убили, я первый и вернулся. Надо крыса убить. Давай. Буду тут всех надо убить. А это моя музыка. Отлично. Минус 3. Смелее, бой. С
супер. Меня ведет музыка. По лайнам такой замес, знаешь, на полчаса. Все вспомнили о лайнах. Ну чё, я ушел с лайна, был 6 уровня или 5, пришел 11. Ну нормально, что настилил там, блин. Ну так а чё? У меня же массовый дамаг. Качал. Мойру на 3 уровня перекачал. Забирают. Эх, чуть-чуть Мойру не убил. А чё ты помер-то? Тень. Крыс. Ну, крыс потом пришел, ладно. Тень и Мойра. Пора поднять боевой дух и побороть сомнения. Я громче. Спешу к цели. Ту-ру-ту-ту-ру-ту. Нету никого. Угу. Вон они все. Я нужна нашим героям. Вот, ай. Тень с глазом. Крио подобновый. Блин, тень с глазом — это плохо. А у Крио яйцо есть уже? За вдохновение. Куда? 8 уровень. Хорошо. Особая тональ. Они дослушаются. Блин, мне теперь надо свой вард дефать. Блин, я сейчас собью его. Нас не сломить. И тебя беги. Бей кого-нибудь. Пытаюсь. Да нет, я не прибегу. Меня ведет музыка. Смелее, бунт. Ну давай, крыса-то добить надо. Отлично. Блин, мой рилскор достался. Ну что ж хака такой медленный-то? Уж раньше надо было, давно. Все там остались с децл хп. Ничего. Его что-то гуляет. Вот именно, они пока все гуляют. Выкачайтесь. Пол, мне мышка сказала. Все в самый раз. Волна звука. Спешу к цели. Так, вроде норм. Отбросьте страх. Мы, да что ж такое, он опять под обновой. Кто? Не знаю, эти обновы ищет. Блин, вард сбили мой. Опять тень у меня тут пасется. Я громче. Следую ритму. О! Син с вардом. Пришел. Щит потратили они. Ну, молодцы. Меня ведет музыка, они заслушаются. Долбаная Мойра нафидонилась на мне. И на лесе. Нас не сломить. Смелее, бой, я нужна нашим героям. Там скоро будет этот... Познай силу. Мяукающая фигня. Вот что мне надо взять было. За вдохновением. А тень опять спарт сбила, опять на меня идут. Бить аккуратней. Либо на тебя, либо на меня. Особая тональ. Блин, что-то лагнул. Отбросьте страх, мы выстоим. Ноты не просто... Не СС. За вдохновением. Так, у меня полностью заряженная есть ульта. Полностью, да? Да. Где бы им тут? Я громче. Тень пока. Нет, не пока. Пока. Не пока. Да. Ох, сейчас нам тут будут делать с Сином. Тикайте оттуда, хлопцы, тикайте. Да она ультанула в меня, я не могу. Юн. Ох. Потому что они-то притпшились все. А у нас, как обычно, никого нету. А чё вы там борзеете на чужой земле?
Конечно, да они никто не борзеет. Обнова забрал. Да, забрал. Крио забрала. Да что за хрень-то, а? Дима, беги. Подними ГГ. Да, ну, блин, ГГ. Витя, вот из-за этих замесов неправильных. Да никакого замеса не было неправильного. Вас бы их забрали, не было ни замеса. Баюна всрали. Почему? Результатом. Дам, быстро его убьют. Спешу к цели. Этот обоссанный ведьмак, ну. Жалкий син. Волна звука. Я нужна нашим героям. А не лезь, блин, герою. Опять ульта? Да чё за бред-то? Сколько у неё? Две ульты подряд? Она первый раз убила ультой, сейчас убила ультой. Сколько у неё КД? 70 секунд. А, ну тогда да. А чё, такая читерная ульта у неё? Я просто только сейчас прозрел. Я думал, там секунд 100 как минимум. Хака стесняется танковать, но это вообще жуть. Учитывая, что у них ведьмака нет, да? Блин, тормоз. Нормально, у ребят агрессия фул на мне. Я громче, меня ведет музыка. Есть к вам. Они заслушаются. Да кто забрал там? Прикинь. Витя, уходи, Витя, просто. Да какой уходи, блин? Ну вы опять меня подставляете. Ну как так-то? А фиг ли все так? Кто тебя подставляет? Блин, 17-я это хрень, тебя долбит. Кто тебя подставляет? Без хп, я тебя не убил. А где Хака вообще? Почему он один против троих там был? Он что? Совсем что ли больной? Качает и качает, мой ру, блин. О, сейчас син влипнет. Пора поднять боевой дух и побороть сомнения. Еще вверх стал, блин. Ай. Да, все, беда. Обоссал я это все дело. Я громче. Познай силу музыки. В общем, тимплей сошел на нет после первого замеса. Срали все, что было, весь гандикап. Спешу к цели. Ноты не просто звук. Блин, ведьмак там их тащит, это вообще жуть. Наш Хак какой-то ракан, блин. Волна звука. Ну, блин. Волна звука. Приходится мириться. Следую ритму. Контроля карты нет. Да потому что кошка. Я же сказал, я лучше егеря возьму, чем эта кошка будет. Спешу к цели. Потому что кошка — это бессмысленный персонаж. Что она может сделать, вот скажи мне? Ни хрена. Ты давай качайся, лес толкай. Витя, у тебя весь лес стоит. Меня ведет музыка. Но ты... Пена, ты на мид пошел. С ним толкаешь. Чё за у него мощь-то такая долбина? Пысы. Мы выстрелим, а это моя музыка. Волна звука. На меня выдвинулись. За вдохновением. Ну, сейчас как это там? Умойры. Волна звука. Мастерство боя. Спешу к цели. Особая тона. Мойра под мощой. Следую ритму.
череда побед. Да, корм галимый. Сильно нас не удел. Я нужна нашим героям. Нас не сломить. Ладно, сейчас еще попытаемся. Мы попытаемся, ты главное выкачивайся. Чтоб твоя ульта их всех сдувала. 20-м уровне нас всех сдует. Не 20, а уже хрен знает какая будет она. Я громче. Отбросьте страх. Меня ведет музыка. Ребята, вообще прям под башню хотели зайти. Чего они там все нюхаются? Все пятером, блин. А это моя музыка. Именно охраняют, что ли? Ну они ж в голосе. Как в голосе? А, ну да, точно. Так. Вон, на тебя заехали. И на меня. Дурачок. А, это не на тебя, точно. Ты же внизу. А все горит. Спешу к цели. Да дай ты эту башню. Первый штурм. Ноты не просто звук. Мы выстрелим. Меня ведет музыка. Они пошли ко второму штурму. Ну, в принципе, им с Ведьмаком-то можно. Ну, давай подойдем, ведь есть тупой у тебя? Нету. Давай подсекем. Мастерский штурм. Я нужна нашим героям. Высочайшая нота. Особая помощь. А, блин. Меня ведет музыка. Познай силу музыки. Ну-ка добейте, он похилился уже, блин. Я нужна нашим героям. Ну, я что смог, то сделал. Поможил их там неплохо. Волна звука. Витя, давай, Витя. Меня ведет музыка. Да как так, ну... Долбаная херня вот эта вот. Отбросьте страх. Баюн надо брать. За вдохновение. Надо было вот мой рубль, конечно, забрать. Вообще бы нормально волна было. Волна звука. Надо. Особая тональность. Хороший. Нас не планет. А это моя музыка. Сзади. Смелее. Если что-то пошли. Нет, отошли. Инвиз лежит. Он пока не трогал. Меня ведет музыка. Мы выстрелим. Долго они что-то плясали в моей ульте там. Так, я влез. За вдохновением. Ну, пора. Ой, Хака, что творит, а? Нас не сломить. Спасибо, Ли. Отбросьте страх. Волна звука. Следую ритму. Фиг ли там Син делал? Познай силу музыки. Ой, Хак, сейчас заберут. За вдохновение. Ну блин, ну они больные люди, ну что они там творят вообще? Смелее, в бой. Спешу к цели. Ну да, четверо на меду. Четыре ульты и... Волна звука. Я громче. Рандом играть. Это неблагодарное дело. Син хотя бы варды и ставит еще. Радует. Кошка может тоже ставить, я просто не в курсе. Мы выстрелим. Отбросьте страх. Особая тональность.
Так, где-то они сейчас затаились. Пишу к цели. Так, тень с глазом у них. Меня ведет музыка. Идет ко мне сюда на мид, блин. Как мне глаз защитить? Золотой, а это моя музыка. Крысы. Крыс. Следую ритму. Волна звука. Ой, кого-то ловят, кошку нашу. Может, уйдет? Блин, Хач, ну что ты творишь, а? Да ёлки-палки. Отлично. Еле выжил. А я не выжил. У меня уровня не хватает. Сейчас что такое было? Я вообще что-то не понял. Как все сдухли-то? Ну, на меня ведьмак утонул. Блин, все равно я сдох. Мой уже слишком большой дамаг уже. Ну уж Хака, блин, я не знаю, что он творит. Зачем он врывается? В них в четверых, когда он один. Потому что больной. Чем он вообще думает? Мелодия жизни указывает мне путь. Меня ведет музыка. Нужна нашим героям. Блин, надо не столкнуть как. Они заслушаются. Надо. Нас не сломить. Мойра здесь шуркается. Меня ведет. Конечно, 24-й Мойра это вообще эпик. 16-2, блин. Все Волна началось с кого? Свиньи фигеры. Почему смеяться? С того, что они втроем начали фидонить. Они втроем начали меня забирать по КД. Ну чё ты? При этом с глазом. То есть у меня даже да, из-под башни вытаскивают. Варды сбивать, которые я приносил. Золотой мастер. Ноты не просто звук, следуй ритму. Отбросьте страх. Мы выстрелим. И все это Баюн. Классно, конечно, но блин, где они сейчас? Они сейчас могут драк забирать. Спешу к цели. Легко при том. Особая тональность. Ну да. Меня ведет музыка. А это моя музыка. Спешу к цели. Хоть какой-то приятный бонус. Эх, драка не забрали. Меня ведет музыка. Хочется кое-что написать. Вот смотри. Вот я этому Ракану написал, не лезь. Чё за ульта, Витя? Да промазал. Промазал ты. Ну то тень забрали. Они заслушаются. Давай, давай, вали. Да блин. А чё Синта здесь сейчас сделал вообще? Какая-то проблема. Глобальная.
понимании у каждого своей сути. Фиг ли он туда запрыгнул сейчас? Хорошо, что они не ожидали от него такого идиотского поступка и не убили его тут же на месте. Наш арсенал разрушен. Пора поднять боевой дух и побороть сомнения. За вдохновением. Волна звука. Нас не сломить. А Син 310 это, конечно. Ну, Син не в рандоме играть им. АК-26, ну это что за бред? Оранжевый хака. Ну он потому что слишком дерзкий у нас. Ты же видел. Он один в четверых выпрыгивает. Отбросьте страх. А кошки. Кошка, она сейфово очень играет. Она, конечно, молодец. Не фидит, по крайней мере. Мы ну и полезности от нее ни хрена нет никакой. Познай силу музыки. Следую ритму. Смелее, бой. Ну, какой-нибудь удачный бы замесик, нормальный такой. Я нужна нашим героям. Чтобы в Мойру выщелкнуть. Да не, дефают все вместе. Ух. О, тут на меня дошли. Сейчас. Не получится за месиком. Это просто бред. Вот откуда они знали, что я здесь? Я стоял под башней и не вылазил даже на крипов. Задержка стоит на стриме? Ну стоит, но в принципе они могли как раз таки по задержке прийти. Не, вряд ли тогда. А, блин, вы то подловили. Наш арсенал разрушен. Мастерский контроль. Череда побед. Блин, меня очень не хватает. Дима, отойди. А кого выбирать? Отходить. Мелодия жизни указывает мне путь. За вдохновением. Они заслушают. Оглушающая волна. Я громче. Меня ведет музыка. Мы выстрелим. Нота не просто звук. Музыка все. Пипец, она еще и выжила. Ну это бред. Союзник сбежал. Ой, Дим, ты куда? Син таки убил ее. Как бесполезен вообще у нас. Дима, вернись. Побороть сомнения. Я нужна нашим героям. Нас не сломить. Дима лагал. В конце концов. Следую ритму. Особая тональность. А это моя музыка. Ой-ой-ой. Не хватало нам нормального танка всю игру, в принципе. За вдохновением. Чем тут говорить? Который дефал бы до магеров. У нас он где-то сливался постоянно, наш хак. Волна звука. Спешу к цели. Ну да, ульта и до свидания.
О, сейчас Дим еще впишут. Лоло. Нет, заходи быстрее, они еще не выиграли. Но это будет совсем скоро. Давай, бегом быстрей. Они базу бьют уже. Бегом-то вернусь. Все. Конец игры. Штраф дали. Что за бред? Игра кончилась. Мы, говорит, покинули бой. О-о-о-о, мне тут понакидало аж 4 оранжа за раз. Ой. Да.